Я ждал тебя, Этан. Я знал, что ты с твоими навыками со временем доберешься до меня. Сейчас нет нужды в словах. Мы сразимся, чтобы определить, кто из нас двоих сильнее. Как сильнейший тренер и чемпион Лиги Покемонов, я, Лэнс, мастер драконов, принимаю твой вызов. Отлично! Я думал, что это никогда не произойдет.
Я никогда и ни за что не сдаюсь. Ты, должно быть, тоже? Все кончено. Но это странное чувство. Я не злюсь, что проиграл. Фактически, я счастлив. Счастлив, что я стал свидетелем восхождения нового великого чемпиона. Фью. Ты стал по-настоящему сильным, Этан. Твои покемоны отозвались на твой сильный и непоколебимый характер. Как тренер, ты продолжишь становиться сильнее со своими покемонами. О нет, уже все кончено! Профессор Ок, если бы вы не были таким медленным... Ах, Этан, мы давно не виделись. Ты определенно выглядишь более впечатляющим. Твое покорение лиги просто фантастическое. Это случилось благодаря твоей преданности, доверию и любви к твоим покемонам. Твои покемоны также были превосходные. Они выстояли потому, что поверили в тебя как в тренера. Поздравляю, Этан. Давайте возьмем интервью у новенького чемпиона. Здесь становится немного слишком шумно. Этан, не мог бы ты пойти со мной? О, подожди, мы не взяли интервью! Прошло много времени с тех пор, как я заходил сюда. И здесь мы чтим память чемпионам лиги на целую вечность. Их храбрые покемоны также посвящены. И здесь и сейчас мы узрим восхождение нового чемпиона лиги, тренера, который чувствует сострадание и доверие в отношении всех покемонов. Тренера, который преуспел благодаря настойчивости и решимости. Нового чемпиона лиги, который обладает всеми задатками величия. Этан, позволь мне зарегистрировать тебя и твоих партнеров как чемпионов. Чемпион лиги. Поздравляем! Привет, Этан. Профессор Элм сказал мне, что хочет дать тебе кое-что. Этан, вот ты где. Я позвал тебя потому, что у меня есть кое-что. Видишь, это билет на пароход. Теперь ты можешь ловить покемонов в Канто.
Билет позволит тебе сесть на быстрый корабль, который отплывает из города Оливайн. Но ты уже это знал, Этан. В конце концов, ты путешествовал повсюду со своими покемонами. Передай привет от меня профессору Оку в Канто. Привет, Этан. Как твои покемоны? Не забывай говорить с... Что это? Твой покемон держит листик? Может ли это быть блестящий лист? Легенда гласит, что только покемоны, сформировавшие крепкую связь с людьми, могут находить такие листья. Раньше люди превращали листья в красивую корону, и если они смогли найти 5 из них... Вау! Я знала, что ты сможешь найти его, Этан. Покажи мне, если найдешь еще один. Порт Оливайна. Причал быстрого корабля. Привет! Ты начинаешь выглядеть как чемпион, Этан. Пришло время твоему покедексу сравниться с тобой. Дай мне взглянуть на твой покедекс на секунду. И я улучшу твой покедекс до национального режима. Завершить национальный покедекс будет нелегко. Однако, я уверен, что ты предпримешь честную попытку от нашего имени. Ох, время летит. Мне нужно записывать радиопередачу в радиобашне Голденрода. Ты, должно быть, отправляешься в Канто. Если пройдешь около города Паллет, загляни в мою покемонскую лабораторию исследований. Добро пожаловать к быстрому кораблю пароход Аква. Могу я увидеть твой билет на пароход? Этан взмахнул билетом на пароход. Ладно, у тебя есть билет. Мы скоро отплываем. Быстро поднимайся на борт. Ладно, ты должно быть последний пассажир. Это было так близко. Я думал, что смогу загнать его в угол, устроив здесь засаду. Но бегать по воде – это выше меня. Все же я начинаю видеть систему. Суйкун предпочитает воду. Это значит... Прости, Этан, я должен идти. Город Вермильон. Порт изысканных закатов. Покемонский стадион Вермильона. Лидер – лейтенант Сёрж. Молниеносный американец. Йоу, будущая легенда! Тебе повезло в этот раз. Ловушки этого стадиона вышли из строя на какое-то время. Но сейчас ловушки снова работают как часы. Почему повезло, ты спросишь?
потому что вот так ты сможешь потренироваться лучше. Соберись с мыслями и иди к лейтенанту Сёржу. Эй, ты, малыш! Может быть, не очень умно бросать мне вызов, но это требует храбрости. Когда дело идет к электрическим покемонам, я номер один. И я никогда не проигрывал на поле боя. Я вырублю тебя так же, как всех моих врагов в битве. Это еще не конец, это только начало. Мои электрические трюки. Ах, ты силен! Ладно, парень, получай значок молнии. Этот значок молнии украшает тех, кто победил меня. Позаботься о нем, ладно? И еще кое-что. Вот великий ТМ для тебя. Этот ТМ содержит шоковую волну. Тыдыщ! Используй ее, чтобы двигаться как молния. Когда пойдешь на север, ты увидишь большой город, называемый Сафрон. Эй, парень, все болтаешься и слоняешься?
Когда пойдешь на север, ты увидишь большой город, называемый Сафрон. Фью, это был электрифицирующий бой. Это весьма подергало меня за нервы. Город Сафрон. Большой сияющий город. Покемонский стадион Сафрона. Лидер Сабрина. Госпожа психических покемонов. Йоу, будущая легенда! Такому опытному тренеру, как ты, не нужно рассказывать, как разобраться с психическими покемонами, верно? Я ожидаю великих свершений от тебя! Удачи! Сила всех, кого ты победил, идет ко мне! Силен, слишком силен. Фу-фу-фу-фу, я вижу это ясно. Я могу заглянуть в твою душу. Твое покорение Лиги просто фантастическое. Это случилось благодаря твоей преданности, доверию и любви к твоим покемонам. Твои покемоны также были превосходны. Они выстояли потому, что поверили в тебя как в тренера. Поздравляю, Этан! Хоть я и прочла тебя, я все равно проиграла. Я знала, что ты приближаешься. 3 года назад у меня было видение о твоем появлении. Ты пришел за моим значком. И я не наслаждаюсь битвами. Но это мой долг, как лидера стадиона, присваивать значки каждому, кто показал или показала себя достойным. Раз ты так желаешь, я покажу тебе мои психические силы.
что произойдет после этого, я уже знаю. Я все поняла.